Приветствую, уважаемые коллекционеры и просто любители масштабных моделей в масштабе 1 к 43. Сегодня хочу предложить вам рассмотреть вот такой вот интересный грузовичок из французской журнальной серии. Вот такой вот журнальчик. Грузовик называется Savvy MPX40, 78 года выпуска. Журнальчик довольно... Здесь у нас какая-то рекламка. Журнальчик довольно тонкий, всего лишь, по-моему, 11 страничек. Но для разнообразия вот такие вот фотографии здесь. Ну, в общем, журнал нас не особо интересует. Мы рассмотрим модель. Значит, вот так выглядит модель в коробочке. Масштаб 1 к 43. В общем-то, коробки абсолютно не отличаются. На коробке даже не пишется модель, название грузовика. То есть они все стандартны для всех грузовиков в этой серии. Вот мы его достали из картонной коробочки. Внутри коробки вот такой вот блистер. Он не запаянный, он на защелочках, на таких. Вот мы извлекли наш грузовичок из блистера. Вот так вот он выглядит. Значит, что можно о нем сказать? Производитель этих моделей — фирма XO для журнальной серии Алтая, которую выпускает Алтая. Значит, собственно, что мы видим? Мы видим двухосный грузовичок. В масштабе, конечно, я не замерял, линеечкой не сравнивал, но в сравнении с другими грузовиками масштаб правильный. Пропорции и масштаб довольно правильные. Значит, кабина и вот эти детали, вот кабина железная, металлическая, вот эти детали металлические, и, собственно, кардан, и вот это все днище, оно тоже металлическое. Все остальное, это и вот эти детальки, все остальное пластиковое. Сделано довольно прилично. Никаких нареканий, как для журнальной серии, качество и покраски, и сборки очень и очень неплохое. Я являюсь подписчиком этой серии уже, не знаю, наверное, год или даже больше она выходит. И, собственно, все грузовики из этой серии побывали у меня в руках. Вот здесь мы видим логотипчик фирмы XO. И здесь название самой модели. Вот такой. Ну, собственно, я не столько хотел рассказать о нем, сколько хотел просто показать. Для тех, кто, может быть, не удовлетворен фотографиями из интернета, хотел бы увидеть это на видео. Вот для этих людей этот обзорчик. Поэтому не столько слушайте, сколько смотрите. Детализация довольно-таки неплохая. Вот мы видим в кабине приборная панель прорисована. Забыл, кстати, сказать, что изначально серия вышла во Франции, но спустя, по-моему, полгода ее выпустили также в Испании. И, насколько я знаю, сейчас или планируют, или, может быть, даже уже запускают серию в Венгрии, в Чехословакии и еще в соседних странах. То есть отличия могут быть как по самим моделям, так и по вариантам. Вот, например, в испанской серии очень часто отличается цвет модели, очень часто отличается вместо, например, холодильника, это может быть цистерна или тентовый вариант или любой другой. Во Франции эту модель можно получать только по подписке. Ее в свободной продаже нет этих моделей. Цена французская составляет 23 евро в Франции. 20 евро стоит сам грузовичок и
3 евро на пересылку по Франции. Сюда, к нам в Украину, конечно же, они приходят еще дороже. То есть добавляется еще пересылка из Франции в Украину. И у нас они стоят порядка 300-350 гривен. Вот, я хочу поставить здесь баркасик из венгерской журнальной серии. Ну, дешевенькие обычные наши журналки. Только, ну, как и наши автолегенды, только венгерские. Вот, для сравнения масштаба. Вот так вот они выглядят вместе. То есть, в общем-то, я считаю, что масштаб сохранен, все верно. В этом смысле никаких нареканий. Вот, пожалуй, и все, что я хотел вам сказать. Не назову это серьезным обзором модели, но вот такой вот блиц маленький. Надеюсь, вам было интересно посмотреть на этот грузовичок. Заходите еще, я постараюсь делать такие обзорчики почаще. Спасибо. Ставьте лайки, если понравилось. Ставьте дизлайки, если не понравилось. И если хотите следить, то подписывайтесь на мой каналчик. Я постараюсь еще порадовать вас